сегодня вся страна празднует День молодежи. В связи с этим в Национальной библиотеке города Махачкала Министерство по делам молодежи наградило активных, тех, от кого зависит будущее страны. Торжественная церемония перерезания красной ленты – это важная часть открытия мероприятия. Именно так открыли выставку под названием «Время добрых дел». На иллюстрациях изображены объекты, введенные в эксплуатацию за последние 4 года, в период руководства республикой Рамазана Абдулатипова. Выставка отправится в путешествие по Дагестану и посетит районы республики. Важность подобных проектов отметил и вице-премьер правительства республики Дагестан. Сегодняшняя выставка, я думаю, что в каждом этом фрагменте, фотографии большой вклад молодежи. Это, значит, здорово, что вы показываете то, что сделано за вот эти 4 года. Конечно, можно найти недостатки, их еще много, и многое надо сделать, построить, создать чистые города. В праздничный для молодежи день слова поздравления высказывали все присутствующие, в числе которых министр по делам молодежи Арсен Гаджиев. Он отметил, что работа, проводимая министерством, направлена главным образом на развитие потенциала молодежи, которая должна понимать, что от них зависит светлое будущее нашей страны и всего мира в целом. Я хочу поздравить всю молодежь Республики и Российской Федерации с Днем молодежи. Мы празднуем этот день очень разными мероприятиями, которые проходят в нашей республике как в столице, так и в районах. Кульминация мероприятия – награждение молодых общественников и активной молодежи. Зулкарнаеву Магомеду Алиповичу. Благодарность за вклад в реализацию молодежной политики в республике. Хадижа Курбанова, Джалал Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.